Сегодня в Иркутской области объявлен день траура по погибшим в катастрофе вертолета Ми-8. Напомним, трагедия случилась 6 мая в Катанском районе. В результате крушения воздушного судна погибли 9 человек. Это пилоты и спасатели, которые проводили работы по ликвидации паводков. Причиной трагедии стал взрыв тротила, находившегося на борту. В день траура на всей территории области приспущены государственные флаги.